Трэвин Кит – коммерческий директор в NXT Foundation. Начав знакомство с криптомиром в 2013 году, Трэвин сумел внести свой вклад в несколько значимых блокчейн-компаний. На данный момент он является активным участником различных блокчейн-проектов, среди которых можно выделить Ardor Platform и Hyperledger, в которых Трэвин работает на должности консультанта по технологии распределенных реестров. Крипто-сообществу этот успешный блокчейн-эксперт известен также как партнер в компании Words for Less, предоставляющей услуги по созданию контента и продвижению брендов. Трэвин имеет полное право называть себя цифровым кочевником Севера, поскольку его фрилансерская жилище находится в городе Лонгир, самом северном поселении с населением свыше 1000 человек.